нас ужин по компап. Что у нас разложены контейнеры, мы не стали выкладывать на тарелки. Ну ладно, надеюсь, вы нас простите. Кадича, чимчи, жареный чимчи. У меня мясо из супа. Чука. Чука это чука. А у мамы суп. Суп, шурпа. И у меня кола уже не вода. У меня кола с соджиком. У меня бы тогда тоже была бы кола, если бы. Угу. Ничего страшного. Начнем с самого главного. У нашего Абая, у нашего дедушки, у моего папы день рождения. И мы поздравляем его с днем рождения. Желаем здоровья. Самое главное здоровья. Счастья. Чтобы все мечты, все сбылось. И чтобы не было никаких переживаний. Мы тебя очень любим. Поздравляем с днем рождения. Любовь. Ну что, приятного аппетита? Приятного аппетита. Женя шурпу не захотел. Все, я думаю, мы, в принципе, можем опустить. Я только после английского, поэтому у меня сушник. А я после работы. Сегодня у меня был стресс на работе. На работе вот один начальник, который постоянно до меня докапывается. Сначала хотела общаться, типа, здесь есть категория хангуков, которые взрослее и хотят учить жизни. Как себя вести. Вот, а ты, чтобы вот так рот разинула и слушала. Я пару раз его проигнорировала. Сегодня он решил уже для чего докопаться. И мне говорит. Я пошла в джинсах и в рубашке. Рубашка еще такая широкая, длинная. Но в принципе я ее не ходила все лет. А он мне сегодня говорит, вот ты пришла сегодня так оделась, что это опасно для работы. Я говорю, в смысле? Я вот так спереди в джинсы заправляю рубашку. Ну, чтобы не мешало, вот как раз не зацепилось. Он мне говорит, вот ты только здесь спереди зацепилась, нужно все заправить. Все заправить, говорит, и ходи. И говорит, нужно одевать короткое, говорит, и облегающее. Нормально, нет? Говорит, я первый раз так у корей слышу. Я на него посмотрела, думаю, да, дядечка, совсем ты уже. Каких только дураков не встретишь. Смотрите. Духи, которые Женя делал сам в школе. Они уже постояли, уже можно пользоваться? Еще недельку. Женя теперь парфюмер. Глядите через лет 5. Будешь знаменитым парфюмером. Что-то у меня палочки, вон, смотри. Одна короче, другая длиннее. Это не парная палочка. У меня одна овальная, вторая прямоугольная. У тебя тоже не парная. Но у меня совсем не парная. Идет дождь невероятно. Но завтра вроде не будет.
Да, он сегодня должен был прекратиться. Я смотрела погоду, должны были быть облачка просто. Не знаю, посмотрела. До 3 будет идти. Парит дождь, кушает блины и маколи пьют. Я хотела взять маколи и сделать блины. Но решила так подумать, кто эти блины будет кушать, кроме меня. Я люблю корейские блинчики. Ой, это не такие. Какие? Особые какие-то? Угу. Не знаю, может, вам в школе давали? Там зелень, все мешает, и сверху это заливают. Ну, как тесто. Ну, ты можешь попробовать, но что тебе понравится, это навряд ли. Я, может быть, это пробовал, но я даже не знаю, что это. Я вряд ли это пробовал. Не стал как-то это делать. Я пришла. Сделала тесто. Сейчас покушаем, пойду сделать сосиску с тестом. Обычно я делаю топное тесто, а сегодня я сделала чуть молока, добавила маргарин, яйцо. Посмотрим, что получится. А ты когда-нибудь делала сосиску в тесте из слоеного теста? Последний раз в Ташкенте ты кушал. Ты же сказала еще, что вкусно. Поэтому я и сказала про них. Ташкенте просто с этим проблем нету. Пошел в магазин, купил слоеное тесто. Здесь, в принципе, тоже в русскоязычных магазинах продают, но рядом с нашим домом нет русскоязычного магазина. Есть возле Омеги. А если именно вокруг нас, да куда мы обычно пешком ходим, тогда да, нет. У меня возле Омеги там есть русские магазины. А, да? Да. Прям возле. Справа от Омеги находится, ой, слева находится кафешки две, а справа мясная лавка, и правее этой мясной лавки находится русский магазин. А ты рано приезжаешь? Да. Я сейчас, да, обычно я должен в другое время приезжать, но когда я приезжаю, водитель приезжает на минут 10 раньше, поэтому... Я тоже приезжаю, ну, плюс-минус на полчаса раньше, чем должен. А, ну, то есть ты можешь пойти, сходить в магазин? Да, я могу выйти в магазин, обратно зайти, еще никого не будет. В следующий раз, когда что-то нужно будет, я буду, значит, тебе заказ делать. Да. Ну, это в некоторых случаях. Я иногда могу даже за минут 50 раньше приехать. Это если я приеду только, буду подходить к магазину, и там уже будет стоять машина, забирать другого. Если меня в этот момент заберут, тогда я вообще рано приезжаю. Лаваш так хочется.
Уже 100 лет как лаваш хочется. Я когда набирала такую большую тарелку, набирала, так как голодала, сейчас уже наелся. Я думала, что мало-мало. Уже наелся. Если прям сильно хочешь лаваш, купи ингредиенты, а собирать сам лаваш несложно. Главный ингредиент. Вот именно что ингредиент, у меня нет времени купить. Корей такие маленькие ложки. Кашу ничего кушать, а бульон вот пока будешь черпать. Парень, посмотрите, ребят. Надо было и дома с собой ложку взять. Не знаю, мне таким удобно. Тебе таким удобно, потому что ты супы не кушаешь? Нет. В школе я супы прям полностью выхлебываю. Школьные супы вкуснее? Намного. А не дают? Какой суп? Там в основном обычные, одинаковые. Мне не нравятся либо острые, либо чересчур обычные, ну, там, где много картошки и так далее. В основном там корейские супы. Какие там еще могут быть супы? Хорошо, вот с этой школы супы кушаешь. Сегодня опять рассаживаю. Что? Просто. Здесь посадили. У нас там одиночные пары, мам. Ой, парты. Ну да, дошло. Я на том же месте, где и сидел. Дима справа сидит. Там специальная программа у них стоит. Для размещения. Все, скоро пойдешь в кино или куда-нибудь с холдовскими друзьями. Да? Кто знает, может, судьба скажет. Значит, будет. Уже скоро. Уже потихонечку. Объелась. Хочется что-нибудь. Хлеб я весь съел. Я не хочу хлеб. Не то, что кушать, что-то это, десерт типа. Десерт? Пошли в магазин. Сейчас еще не так прям поздно. Нет, сегодня рабочий день, мне еще надо сделать сосиску в тесте. Кстати, ты хотел мне помогать, сейчас будешь мне помогать. Да, я могу. Помочь. А там легко просто тесто я сделал, надо накатать, завернуть. Это не сложно. Но сначала нам нужно убрать стол. Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что подписываетесь. Поставьте нам лайки. И напишите комментарий нашему Абаю. Поздравьте его с днем рождения. Всем пока. Пока.